Белорусскими таможенными органами в течение суток изъята крупнейшая в истории суверенной Беларуси партия наркотиков и психотропов. 1077 килограмм в результате пересечения транзитного канала ввоза запрещенных веществ из Евросоюза в Россию, организованного по предварительному сговору группой наркоконтрабандистов. Первую партию наркотиков брестские таможенники выявили в пункте пропуска Козловичи при отработке аналитической информации на предмет перемещения запрещенных товаров. Было принято решение досмотреть с применением инспекционно-досмотрового комплекса один из польских грузовиков, в котором водитель-поляк вез в Азербайджан продукцию для Макдональдса. Идентифицировать наркотик по сканограмме изначально не удалось из-за качественного сокрытия. И лишь благодаря чрезмерной бдительности таможенника транспортное средство было направлено на проведение дополнительных форм таможенного контроля. Как результат, из двух запасных колес извлечено 145 брикетов со 184 килограммами гашиша. Второй фигурант – гражданин Беларуси. Задержан при попытке вывести 188 килограмм гашиша в Россию. Узнав информацию, что поляк задержан, преступник сбросил два запасных колеса, которые были расфасованы 146 брикетов с наркотиком во враг, сам побежал к белорусско-российской границе. Параллельно брестские таможенники проводили спецмероприятия на территории Бреста, установили контакты поляка, место сбора и хранения наркотиков для дальнейшего вывоза в Россию. Здесь работали во взаимодействии с подразделениями наркоконтроля брестского УВД. В результате при попытке скрыться задержан очередной преступник, уроженец Армении, который пытался вывести 8 запасок. В запасках 680 брикетов с почти 706 килограммами опасного психотропа. Колеса хранил в своем гараже в Бресте уроженец Украины. Следует отметить, что преступники продумали все до мелочей. Пустотелое пространство колес заполнили воздухом для создания видимости правильной плотности. В целях нейтрализации запаха наркотиков пересыпали их перцами. Ввозили колеса с наркотиками и психотропами различными видами транспорта через разные пункты пропуска, используя разных перевозчиков, тем самым исключив возможность идентифицировать преступную группировку на первоначальном этапе. Все фигуранты по делу задержаны. В отношении группы лиц, действующих по предварительному сговору, брестской таможни возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 328.1 Уголовного кодекса. Дальнейшие оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.